Когда спас в 2022 году? Когда будем отмечать яблочный, медовый и ореховый спасы в грядущем году? Открывает череду августовских спасов медовый спас. В народе его также называют маковей и мокрый спас. В 2022 году он пройдет 14 августа. В народе считалось, что на медовый спас лето дает дорогу осени. Начинался сбор меда и урожая. По традиции, первый собранный мед можно есть после освящения в церкви. Желание, загаданное с первой ложкой меда, обязательно сбудется, поэтому загадывайте в медовый спас. Издавна хозяйки в этот день пекли пироги с маком и несли в церковь, чтобы освятить, а потом ели его с медом всей семьей. Через 5 дней после первого спаса, 19 августа, наступает второй, великий или яблочный спас. На эту же дату выпадает еще один большой церковный праздник – Преображение Господнего. Считается, что в день яблочного спаса нужно попробовать как можно больше фруктов. Это принесет счастье и благополучие в жизнь. На яблочный спас освящать в церкви можно не только фрукты, но и орехи, мед, целебные травы, а также овощи. И, наконец, в самом конце лета, 29 августа, наступает третий, заключительный, ореховый спас. Его еще называют хлебный спас, малый спас, холщовый спас, спас на полотне и холодный спас. В этот день принято собирать орехи, делать выпечку с ними, начинать посев озимых, а также печь хлеб и готовиться к осени. И подытожим. В 2022 году спасы будут отмечаться. Медовый спас 14 августа, яблочный спас 19 августа, ореховый спас 29 августа. Не пропустите эти душевные, теплые и урожайные праздники августа. Я желаю вам щедрых спасов. Будьте здоровы!